Высокие цены на фарш, яблоки и говядину. В Кировской области эти продукты стоят дороже, чем в других регионах Приволжского федерального округа. Такие данные озвучили в Кировском УФАС. Там провели мониторинг цен на продукты питания в регионе. Стоимость товаров изучали с июня 2017 года по июнь 2018. Так, оптовые цены за этот период снизились на капусту, картофель, лук, гречневую крупу и сливочное масло. А поднялись на молоко, рыбу, яблоки и мясо говядины, свинины и куры. Что касается розницы, в цене вырос хлеб. Сахарный песок и гречневая крупа, наоборот, стали стоить дешевле. Также в УФАС отметили, что в нашем регионе цены являются конкурентными, а государство не контролирует стоимость товаров. Цены на продовольственные и непродовольственные товары не подлежат государственному регулированию. За исключением установления правительством Российской Федерации предельных розничных цен на социально значимые продукты питания в определенных условиях и на определенный срок. В настоящее время предельно допустимые розничные цены на социально значимые продовольственные товары правительством Российской Федерации не установлены. Таким образом, хозяйствующие субъекты вправе самостоятельно устанавливать цены на реализуемую продукцию в зависимости от конъюнктуры рынка.